Всем привет, кто так долго ждал, когда это начнется. Я просто работал и не мог раньше. Ну, не рассчитал немного время. У нас сегодня с вами небольшой ноу-хау в розыгрыше. Обычно я все это делаю, ну, сейчас покажу. Обычно я все это делаю там, ну, вот здесь сижу и разыгрываю. А теперь я буду делать это здесь. Немного сменил локацию. Вот он свет, буду сидеть вон там компьютер. Просто я подготовил рабочее место для клиента, и, ну, в общем, оно не пригодилось, потому что мы делали это все сидя. Вот. Так. Сейчас немножко подождем, когда там все соберутся, ну, в принципе... Ну да, наверное, не будете сюда смотреть. Кальянчик еще. Кальянчик? Зачем кальянчик? Кальянчик. Не могу почитать. Так. Часа, 4 часа. Тату, я тебя победю, да. Что хотелось бы сказать, ну, напоследок. Всем желаю удачи. В первую очередь мы с вами разыграем татуаж, потому что не только татуировка разыгрывалась в группе, но еще и параллельно в группе Анастасия татуаж разыгрывается перманентный макияж. Поэтому мы сначала разыграем татуаж бровей. И поэтому... Так, заходим... А, ну надо же транслировать, ой, то есть показывать, да? Заходим в группу. Так, сейчас, ребят, несостыковочка. Если я снимаюсь отсюда, то люди, которые будут смотреть записи, не увидят монитор. И потом начнется херня, типа, это обман! Вы нас всех обманули! Блять, ну как это сделать, а? Не, парень татуаж не может выиграть. Ну там все девушки типа участвуют. Сейчас придумаем что-нибудь, как это все поставить. Я просто хотел посимпатичнее все сделать, но, видимо, придется все как всегда. По стариночке. Так, все видно? Видно. Все, все видно. Так, транслирую монитор. Собственно, это группа бесплатного татуажа, где он разыгрывается. Сейчас быстренько его разыграем. Те, кто ждут татуировку, придется немножко подождать. Но это недолго. Сейчас я к мышку возьму. На GoPro снимать сегодня не буду, но на Canon нормально будет. Так, заходим в рандом. Реклама Риксона. Ну лагает, ничего не поделаешь. О, надо сидеть ровно, а то я кривлюсь в камере тут. Привет! Во второй камере, в смысле. Так, вставляем ссылочку с розыгрышем. Участников у нас 141. Ах, ах. Копировать. Вставить. Если вы понимаете, о чем я. Сейчас напоминаю для всех, кто, может быть, невнимательно слушал. Внимание, мы сейчас разыгрываем татуаж. Пока что нет такого слова, да? Пока не разыграем татуировку. И победителем у нас, вероятно, становится Елена Краснобаева. Посмотрим, есть ли у нее репост. Так, репост у нее есть на стене. Ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас посмотрим, настоящая ли страничка. Разыгрываем пока татуаж, так что не переживайте. Спокойствие. Так, ну детей она фоткает, в принципе, что, 6 фотографий. А где ее? Ну, к сожалению, я не могу отдать приз в страничке, которая не имеет лица, так что надеюсь, без обид. Выбираем еще раз. Раз, два, три. Так, Лилия Мустафина. Сложные фамилии татарские, конечно. Так, ну вот эта страничка настоящая, имеет фотографии, девочка горным каким-то спортом занимается, лыжами. Ну вот, живая страничка, такое приятно что-то дать. Вчера сделала репост, сейчас проверю, есть ли она в группе, если все сходится, то, собственно, она выигрывает. По экрану бить зачем? Я же не в дотку играю, а-за-за. Так, чувствую себя школьником сегодня.
Лилия Мустафина. Копировать, вставить. Все, в группе она есть. Она побеждает. Так. Так, и теперь мы будем, сейчас зайдем еще раз в приложение, теперь мы выбираем победителя, который станет обладателем татуировочки. Все, заходим в группу, обновляем страничку. У нас с вами в этот раз собралось 649 участников. Думаю, почти косарь лайков. Ну что, сколько у нас тут человек? 45? Тоже неплохо. Кулер гремит. Он тоже ждет результат просто так. Так, 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 я запутался, скопировал. Заходим в приложение. Давай. Ну что, все, все готовы. Ни у кого сердечных приступов нет. Все живые, все в порядке. А, опять рекламочка. Клер теперь. Клер Витабр. Все, всем желаю удачи. От своего лица, так сказать, надо в эту камеру тоже сказать. Всем желаю удачи. Сейчас рекламочка закончится, и мы продолжим. Все. Мужской крем для перхоти от перхоти. Далее. Загрузка пользователей. Ну, не факт, что девушка выиграет. Так, 647 участников. Сейчас я когда нажму вот сюда, вот, выбрать победителя, вы там сразу все не переживайте, потому что вероятность есть такая, что человек не сделал репост, или страничка не фейковая, ой, то есть фейковая, или участником группы не является, так что не спешите расстраиваться. Фух, раз, два, рандом-дам. Так, Эля Салихова. Ну, на вид внешний смотрю уже, по-моему, 18 нет, а хотя написано замужем. Четыре фотографии, с одна с лицом, мы таким не отдаем приза. К тому же, судя по всему, по-моему, даже вообще репоста нет. А, есть, но он куда-то улетел. Что ж, извините нас, Эля, но ваша страничка не внушает доверия, поэтому... Давай заново, это не я. Сейчас буду крутить, пока ты не выиграешь, чувак. Так, раз, два, три. Никита Лукин. Ну, Никита, если честно, мой клиент, который был у меня уже раза два. Так что он является настоящим, на самом деле, это он. И я еще, по-моему, года полтора назад делал ему первую татуировку, вот, вот здесь вот видно, вот тут. Так что Никита участником группы является, это 100%. Сейчас посмотрим, репост ли у него есть. Репост есть, ну давайте на всякий случай проверим, участник ли он группы, чтобы исключить гневных комментариев. Гневные комментарии, правильно будет сказать. Вы не спешите отключаться, я вам сейчас еще что-нибудь расскажу хорошее. Ну, копируйся. С одной рукой что-то некомфортно. Так, бух. Все, Никита участником группы является, поэтому поздравляю, Никита. Недавно ты был у меня на сеансе, так что снова буду рад тебя видеть. Все, сейчас я в эту камеру тут обращусь немного, а то в записи люди будут смотреть на мой затылок, не очень приятно. Победителем у нас стал Никита Лукин, так что участвуйте все в других розыгрышах, и вы,